Венчанию я отношусь хорошо, я бы хотела венчаться, но через годика 2-3 прожив с мужем. Муж старинных времен, я думаю, что это обязательно надо бы, если это любовь действительно такая настоящая. Проживем немного лет. Так в будущем 10, обязательно да, это и сделаем. И обязательно повенчаемся. Я считаю, что даже свадьба уже не такую роль играет. Венчание тоже это дело личное каждого. Я хотела бы венчаться, я очень положительно отношусь. Считаю, что это как бы рождение семьи на небесах, поэтому я только за. Это самая такая важная традиция в отношениях. Я думаю, то, что без него никак. Это от людей зависит. Для некоторых это важно. Например, верующие люди, которые считают, что это на всю жизнь, один раз. Наше поколение новое несерьезно относится к свадьбам. Поэтому венчание, оно как бы более серьезно просто располагает людей молодых к свадьбе. Понимаете, свадьба – это такое дело, это раз и навсегда. А сейчас многие сейчас браки, они очень быстро распадаются. Если это все будут делать, то тогда все люди станут, наверное, может быть, более ответственнее к этому процессу. И меньше будет разводов. И тогда все семьи будут счастливы.